Привет всем! Сегодня у нас 14 мая, и вот так вот уже все зазеленело в теплице. Деревья уже распускаются, такая яблонька, много-много молоденьких листочков. И сегодня будем высаживать томаты в теплицу. За 2 дня сделали вот такие вот лунки, чтобы земля прогрелась. Здесь просто стояли ящики с рассадой, и земля не так хорошо прогревалась, хоть и днем здесь очень тепло, поэтому все у нас тут прогрелось. И сегодня высадим тепличные томаты. Зелень уже можно рвать на салат, и редиска вот так вот все уже закрыла своими листьями. И вот здесь вот такая вот уже сочная зелень. Земля достаточно влажная, поэтому слишком поливать, наверное, не будем. Хотя рекомендуют как бы полить достаточно хорошо томаты, а потом несколько дней, даже около вроде как недели, не поливать их. Но в теплице жарко, поэтому не знаем. Скорее всего, будем поливать, если будет такая необходимость. Вот такие вот высокорослые томаты. Вот это у нас черри томат вишенка. Желтая, красная смесь. Дальше 2 томата Евпатор. 2 томата малахитовая шкатулка. Вот это у нас тоже 2 штуки чудо земли. И еще 1 Евпатор. Вот именно вот этот гибрид Евпатор, он, наверное, самый неприхотливый, очень хорошо растет. У него такая зеленая, красивая листва. Есть похожий томат Интуиция. Говорят именно многие, те, кто их выращивают, что они долго дают свой урожай, то есть продолжительный у них период плодоношения, даже осенью. Еще можно собирать красные томаты, но посмотрим, что получится именно вырастить у нас. Проливаем наши лунки водой, так как у нас почва сырая, примерно где-то около 3 литров. В лунки мы совершенно ничего не добавляем, так как земля в теплице достаточно плодородная, много перегноя, торф вносили в позапрошлом году, поэтому как бы пока не требуется никаких удобрений. А затем уже, конечно, в сезон, наверное, ближе к середине июня, тогда, может быть, какие-то подкормки сделаем. Ну вот, закончили с высадкой томатов. Столько получилось помидорок. В общем, 17 кустиков. Ну, вот эти, конечно, можно не считать за 4 кустика. Здесь 4 помидорки как бы в одной лунке. Ну, это мелкоплодные вот эти вот черри-томаты, поэтому их, в принципе, можно и вот так вот выращивать. Как бы с них огромный урожай не нужен. Вот такой небольшой просто урожай, чтобы был для салатов, там для еще чего-то. В общем, или просто они очень сладкие, так поесть. А так вот все в основном крупноплодные томаты. Это чудо земли, малахитовая шкатулка, любимый праздник, шоколадное чудо и Евпатор. В общем, такие вот томаты. У всех томатов очень хорошая корневая система, кроме шоколадного чуда. У него вот хлипкая такая немножко корневая, то есть она не успела так сильно разрастись, а у остальных хорошо вот такой сформирован именно земляной ком. Ну, посмотрим, какой будет урожай. Сразу поставили колышки, немного так привязали каждый томат, чтобы он не завалился, потому что сейчас будет 3 дня тепла, очень жарко будет, а потом возможны
такие небольшие похолодания, поэтому будем прикрывать укрывным материалом. Сейчас сверху все накроем, потому что первое время, вот именно на жаре, томаты еще как бы они не адаптировались. Нужно их будет сейчас прикрыть сверху укрывным. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего и замечательного вам отличного урожая.